Светлана Сидорова сәбірден бүгілмәге ел сайын қунаққа қойта. Бұйылы өз көзлеріне өзі шанмай. Дзержинский ұрамының бірінші хам үшінші юрт ішік оларына асфальт жегеннер. Көп еллар мұндағы юл іші құрланы біткен бұла. Ояқ басар орын еғейді деп іска ола ол. Удивительно. Вы знаете, такой был двор, это что-то. Ну, пройти было невозможно, а сейчас только время глаз радует. Очень хорошо, очень уютно стало, спасибо. Дзержинский урамында ешаушелер рахметный шахар мэры Лускасын фукайулы. Хар ел юлларына ремонтлау турында шансуксаларда, бусырауны бары оның ярдамы біләш ешкенлер. Шахар мэры 90 ешлік Бейк Ватан соғышы ветераны Роман Алаевны құтларға келгеш, халық оңа ярдам сұрап мұражағат ете. Не нарадуемся, спасибо, во-первых, нашему ветерану, благодаря ему. Гости приходили, вот он, глава он наш ветеран, приходил. Он ветеран, да. Ему спасибо. Мы даже не думали, что так вот быстро можно все это организовать. В этот же день организовывать начали. Тигзитип жейлген асфальтны шахарның тағын 10 ишік олдында көрерге була. Әлігі ремонт шлерін Нур хам Су-32 жамғаятлары башқарған. Асфальт хороший, катаемся целый день. Ишік оларындағы юлларына ремонтлау үшін бұйыл республиканың юл фондынан 17 миллион сум оқша бөліп бергеннер. Шуның 10 миллионы шахар территориясын түкілендіруге тұтылған. В этом году, значит, у нас 10 дворовых территорий. Выполнены уже работы. Эти работы выполняются с учетом того, чтобы не просто выполнить работу асфальтирования, а еще и расширение парковочных мест. Ишек оларын тәртипке китеру үші икінші илгада дәуам иттерләшек. Әлігі вақытта урамнар есімлігін барлылар.